Всем привет, и сейчас я вам быстренько объясню, как сделать так, чтобы скиллы кастовались автоматически. Под автоматически, по словам автоматически, я понимаю по мере готовности. На примере хлещущего ветра это рассмотрим. Зачем нам нужен автоматически кастующийся хлещущий ветер? Для того, чтобы монах поддерживал рабочее состояние от ХГК. Естественно, это касается любого другого скилла, зависит от ваших задач. Итак, чтобы любой скилл, например, хлещущий ветер, который у нас стоит под цифрой 2, кастовался автоматически. Чтобы монах делал это все время без нашего вмешательства. Мы идем в настройки, в горячие клавиши и находим здесь эту самую цифру 2. Вот она. У каждого действия есть две клавиши. Вот мы идем в альтернативную вторую клавишу и наряду с обычной цифрой 2 назначаем цифру 2 на намлоке. Вот так вот. На нампаде, пардон. Переключаемся на другую камеру. Теперь будет видео с телефона. Вот это. Это нампад. Вот это кнопка 2 на нампаде. Что я сделал? Я назначил ее на кастование хлещущего ветра. Вот смотрим. Нажимаю 2, кастуется хлещущий ветер. Видно? Хорошо. 2, кастуется хлещущий ветер. Чтобы он кастовался автоматически, мы нажимаем 2 и намлок. Все. Он теперь кастуется все время, без остановки. Чтобы отпустить, нажимаем еще раз 2 и намлок. Все, отпустили. Переключаемся на другую камеру. Итак, друзья, надеюсь, я вам немножко помог. Скажите в комментариях, понятно ли вам было то, что я рассказал. Если непонятно, я еще раз подробно все опишу. Большое спасибо за просмотр. До свидания.